что вытворяют эти приборы Сейберлинг? Черти что, а? Не хотел бы я после этого быть акционером Сейберлинг. Они... Погоди. Смотри-ка. Что-то в небе. Метеориты? Джефф! Скорее, тут в новостях показывают такое! Из космоса падает! Так называемый космический мусор падает на Землю. Сейчас мы пустим в эфир любительскую съемку. Ух ты, круто! А что это падает? Космический мусор? Дарвин, надо срочно вырубить диспетчерскую. Впереди должен быть терминал, подключенный к системе внутреннего теленаблюдения. У меня отображаются сигналы живых существ. Это ученые, занятые производством чипов. Посмотрим, что они скажут. Вы меня слышите? Кто это? О, я из особого отряда. Бригада М. Мне нужна помощь. Как я могу обесточить диспетчерскую? По-быстрому. Бригада М? У вас очень знакомый голос. Ребята, время не ждет. Отлично. Сделайте вот что. Отключите главную спутниковую антенну, с помощью которой сеть Сейберлинг управляет приборами во всем мире. Тогда мы сможем обесточить все крыло здания целиком и остановить это безумие. Ну, парень из бригады М, будь готов. Thank you.
Thank you.
направляюсь к диспетчерской. Как у вас? Продвигаюсь в поисках Яньшу. Я прикрываю пути к отступлению, мистер Ди. Я тоже буду начеку, Дарвин. Хорошо, завершаем операцию.